Привет, друзья! С вами Ух ты кухня! Начитала сегодня ваших комментариев. Вы все такие классные, все такие разные. И это вдохновило меня сварить суп без мяса с солеными огурцами. Вода у меня уже кипит, значит, можно порезать картофель. Все происходит, ребята, очень быстро. Картофель нарезаю наискосок, на вот такие лепесточки. Я не знаю зачем, но сказал Сережка мой, с такой нарезкой суп получается вкуснее. Вот, друзья, и режу уже лет 10 так. Нарезанный картофель отправляю в кипящую воду. Прикрываю крышечкой и варю 5-7 минут. А в это время в сковороду добавляю смалец или свиной жир. Делаю сама. Суп получится как с мясом прямо. Нарезаю лук, отправляю в сковородку. К поджаренному луку добавляю морковь, у меня из морозилки. И обжариваю еще 2-3 минуты. А в это время можно натереть огурцов на крупной терке. Готово! Когда картофель немного прокипел, добавляю 2 столовые ложки промытого булгура. Я люблю этот супчик именно с булгуром. Можно заменить на перловку. Ну и все, варю до готовности крупы и картофеля. Об это время можно уже добавить соленых огурчиков. Перемешаю. Как вкусно запахло. И волью полстакана томатного сока. Немного соли, сахара, примерно чайную ложечку. Все хорошо перемешиваю и тушу. Минут 10 точно. Оп, смотрим. Прекрасно. Крупа готова. Картофель тоже практически. Можно смело добавлять овощи. Аккуратно. Еще, ребята, фишечка. Обязательно беру полонечек, сковородочку бульончика. И все вот эти вкусняшки, которые здесь есть, собираем обязательно. Вот так вот. Это еще бабушкин способ. Пишите в комментариях, делаете такое. Как думаешь, Сережка, вкусный суп получится? Очень. Очень, да. Ну что, ребята, перемешиваю. И еще хочу добавить один ингредиент. Нашла в морозилочке. У меня вот такие вот красивые кусочки куриной печени. Добавлю сюда прямо. Довожу до вкуса солью. Какой супец красивый. Накрываю крышечкой и готовлю еще 7-10 минут. Ну что, суп настоялся и можно подавать. Он очень ароматный, наваристый. Посмотрите, какой он классный. Вообще. Опа. С печеночкой. С булгуром. Минимум жира, максимум пользы. Вот так вот, друзья. Благодарю, что досмотрели до конца.